Я, уважаемые единомышленники и оппоненты, приглашаю вас на встречу, которая пройдет 16 марта в 18:00 в актовом зале гостиницы «Азимут». Ко мне поступает масса вопросов практически ежедневно. Ну, что-то мы даем информацию и в интернете, и в различных встречах. Вчера я выступал на конференции по ноосферной экономике. Сегодня вечером пройдет на телерадиокомпании «Мир» программа с моим участием. Но, тем не менее, на мой взгляд, незаменимы встречи глаза в глаза. Вы прекрасно знаете, что до 80% информации передается непосредственно через глаза, поэтому личная прямая встреча не может заменить даже часы и сутки, проведенные перед экраном компьютера или за страницами книг. Я буду рад с вами встретиться, еще и потому, что такие встречи очень важны для меня. Они помогают корректировать собственное мировоззрение, собственное понимание происходящего. Мне представляется, что мы можем составить достаточно интересный разговор, поскольку время, в которое мы живем, очень непростое по своему содержанию, и мы будем касаться только главных мировоззренческих проблем, поскольку можно, не владея ими, утонуть в информационном потоке, который обрушивается на наши головы ежедневно. Вот если нет такого компаса, то обилие информации, оно эквивалентно ее полному отсутствию. Буду рад встрече с вами.